Перейдем к награждению лауреатов второй степени. Но после того, как посмотрели еще один очень яркий, хотя такие сегодня были, наверное, все, но вот, тем не менее, этот номер наша многоуважаемая жюри прям выделила для выступления на гала-концерте. На сцене образцовый художественный ансамбль танца «Забава» детской школы искусств номер 2 города Волгограда. Руководитель Сукачева Ирина Юрьевна. Народно-сценическая хореография «Молодая, молодая». Ваши аплодисменты. Встречаем. Образцовый художественный ансамбль танца «Забава». Громче!